Это единственная из амфибий, обитающих в Беларуси, которая довольно большую часть времени, а именно не находясь в спячке, проводит на деревьях и кустарниках. На передних и задних лапах у них имеются маленькие присоски. Вот, а сейчас у них период размножения. Это молодой самец. Вон у него как красиво раздут горловой мешок. И я думаю, что скоро он будет квакать. А сейчас он немножко стесняется. О, это закричали его братья. И именно так они кричат. Это европейская квакша.